Сейчас буду ехать в департамент. Подал вчера вечером заявку на получение, а на обмен водительских прав. Довольно очень быстро, за 5 дней я получил номер. Едем на траке. То есть практически месяц надо ждать, чтобы сдать экзамен. Я буду сдавать экзамен. Заведение – это придорожное. А какая вкусная. Ну что, мы попробовали этот прекраснейший бургер. Мне кажется, потеряла свое какое-то... Оценка моя вот этой еды. Не, если у нас 10-бальная система, то я буду ставить где-то, наверное, 8 баллов. Английский курс. Люди на концерт приходят со своим супом и с едой. Вид из 10-бальной системы на четверочку. Сейчас буду ехать в департамент. Подал вчера вечером заявку на получение, не получение, а на обмен водительских прав. Заполнил онлайн заявку, получил подтверждение. Оплата 31 доллар. Вот сейчас буду ехать и подтверждаться, что это была моя заявка и оплачу этих 31 долларов. Что дальше будет, не знаю, может, экзамен надо будет сдавать, без понятия. Вот, еще одна новость. Получил вчера security number. У меня это получилось за 5 дней. Не знаю, ли это долго или быстро, но для меня это довольно очень быстро. За 5 дней я получил номер. То есть продвижение идет вперед. Вот, я рады. Сегодня буду заниматься правами. Посмотрим, что будет дальше. Едем на траке. Форд. Ну что, я был в департаменте, мою заявку подтвердили, но я не смог сегодня ничего сделать, потому что там есть живая, как бы электронная тоже запись, и в Колорадо Спрингс, где я живу, тут запись аж ближайшая на 17.07, то есть практически месяц надо ждать, чтобы сдать экзамен. Я буду сдавать экзамен тестовый, там 10-15 минут, и как бы по сути все, может быть, еще посмотрят на мои права, и если скажут, что у меня большой срок по правам, то мне не надо будет сдавать вождение. Ну вот, освободились, сейчас заедем, заехали в такое заведение, это придорожное, мне сказали, что это заведение для водителей, тут завтраки делают, вот, сейчас вам кратко покажу, как это все выглядит, как Америка кормит водителей. Смотрите, вот тут вот есть халяв. Все есть очень интересно, готовят при тебе завтраки. Ты кушаешь, получаешь силы и дальше в путь двигаешь. А такая вкусная. Сейчас будем бургер есть, вот такую пушку. Сейчас попробуем котлету тут. Ну что, мы попробовали этот прекраснейший бургер. У нас тут днем идет, видите, смотрите, булочка поджаренная. Свиная котлетка, сыр, бекон, лист салатный, помидоры, соус и лук. Мы пробуем. Я скажу, что это великолепно. Очень вкусно. Цена вот этого застала. Сколько там? 13 долларов? Да. Это просто великолепно, я считаю. Отлично. Ребята, вот мы покушали бургеры, которые мне сказали, что он замечательный. Он замечательный, но есть одна проблема. Это вот в булочке. Булочка, во-первых, очень сильно была зажаристая. И из-за этого она, как бы, мне кажется, потеряла свое какое-то... Из-за этого она стала мягкая просто. Она свою форму теряет, она свой объем теряет. Да. Вот. А на самом деле бургер очень вкусный. Очень вкусный. Только вот в булочке оценка, моя вот этой еды за 13 долларов, я поставлю это
4. Не, если 4. У нас 10-бальная система, то я буду ставить где-то, наверное, 8 баллов. 8 баллов? 8 баллов. Ну, это круто. Да. Окей. А что там внутри у вас? Просто котлета? Да, yeah, we have a burger patty. Burger patty. Burger patty, we got some iceberg lettuce. I think that's what that is, iceberg lettuce. Mm-hmm. And okay. I don't know, we can put some salt on it. Yeah. I don't put ketchup on my stuff. I used to eat a lot of ketchup, I stopped. I heard ketchup bad for you. So put salt on it. Okay. Thank you, Dima. Thank you. Yeah. Английский курс. Школа, конечно, хорош. Нам бы так учиться. Круто. Люди на концерт приходят со своим сувом и с едой. Вид из 10-бальной системы на 4. По виду. По вкусу еще не знаю. Ем бургер. Кстати, булочка, сыр, котлета, помидорка, огурец, лучок и зелень. По вкусу так ничего, но по виду, конечно. Я уже говорил 4. Cheers! Скажи, пожалуйста, как вам бургер? Давай сейчас попробуем. Сегодня Дима бургер ест. Ничего, отличное мясо. Ест вилкой, а так он всегда руками ест. Сегодня вилкой ест с ножом. Что еще могу сказать о бургере? Холодные овощи. Не знаю, может они должны быть холодные, но они очень холодные были. Мясо, верхушка, вот тут соленая, внизу ноль соли. Картошка, кстати, очень прикольная. Мне понравилось. Хорошо зажарилась. Неплохо. Бургеры, еще раз говорю, везде на 4.